хочу передать привет своему дедушке. Хочу его поздравить с 9 мая. Пожелать, наверное, всем ближайшего лета, чтобы подкачались уже наконец, вот, чтобы все у вас было отлично. Хочу передать своим бабушкам привет, бабе Ларисе, бабе Ене и своим воспитательницам. Татьяна Викторовна, Татьяна Сергеевна. Я хочу передать привет своим бабушкам, бабе Ларисе и бабе Лене. Хочу передать привет своему брату Роме. Я хочу передать привет своему папе, потому что у него сегодня день рождения. Я тебя поздравляю, желаю счастья и здоровья. Хочу поздравить ветеранам с Днем Победы. Желаем здоровья, счастья, чтобы не было над головой, чтобы не было войны. Всем добрый день, меня зовут Антон. У нас сейчас на улице очень хорошая погода. Я хотел бы всех поздравить с наступлением весны, наконец-то долгожданной. Всем хорошего настроения, приятных эмоций, хорошо провести наступающие выходные, зарядиться энергией и дальше. Кто-то на работу, кто-то заканчивает учебу, кто-то просто наслаждается жизнью. Всем самого наилучшего. Хочу поздравить всех с Днем Победы, с этим прекрасным праздником. Спасибо нашим дедам, нашим бабушкам за то, что подарили нам такой праздник, то, что мы в этот день как бы радуемся. Всем счастья, здоровья, мира, чтобы люди были добрыми, чтобы помнили про этот праздник, никогда не забывали. И также хочется, пользуясь случаем, передать привет своему папе, свекру, свекрови и родственникам в Мордовии. Хочу сказать привет своим родителям, маме, папе, бабушке, дедушке. Также пожелать хорошей погоды на завтра и удачи во всем. Хочу передать привет своим родителям, подругам, сестрам и также Татьяне Геннадьевне, которая ведет кружок. А также хочу всех ветеранов поздравить с Днем Победы, пожелать здоровья, любви даже, счастья, заботы, ласки.